Добрый вечер, дорогие друзья. Так, смотрите, какие наши детки, как они подросли. Это им уже практически 50 дней нашим детям. Вот будет на днях, да? И сейчас вот они у нас прогуливаются. Пеленочку они уже знают. Вот у них пеленочка лежит, и они даже стараются на нее пописать. Ну, не каждый раз, но и то это, конечно, не может не радовать. Вот. А сейчас, собственно, они в ожидании ужина. Ой, им уже пахнет. Вы знаете, мамочка наша на натуральном корме, и вот они, собственно, подлетают и с таким удовольствием жадно ели с ее миски, что мы вот уже второй день тоже даем им натуральный корм. Это рис с отварными пупиками. Так, вот посмотрите, что происходит. Ну, им очень вкусно. Причем до этого мы кормили индивидуально каждого. Вот, а сейчас вот так из общей миски и с такой скоростью это поедается. И с таким аппетитом. Пупочки куриные мы меленько нарезаем. Рис, конечно же, все не соленое. И вот они буквально за какие-то 30 секунд сейчас миска будет пустая. Так, вы помните, как зовут наших малышей? Адель, Афиночка, Аврора и Афоня, наш мальчишка. Ну, вот что и хотелось вам продемонстрировать. Сейчас они ее вылежут до чистоты. Вот такие наши дети. Весят они у нас сейчас 300 кг. В основном все. Только Аделька наша крупненькая. 400 кг. Авророчка, вкусно тебе было, да? Вкусно? Ну, вот наша мамочка пришла. Она умница. Она дает возможность им покушать. Подбирайте. Вот молодцы. Мы дали им уже дважды глистогонный препарат. И, собственно, через 2 недельки будет первая прививочка. Да, Фонечка? Ну что, прощаемся. До новых встреч, друзья. Пока-пока, Фоня говорит. Пока.